Я прежде всего хочу поблагодарить музей Льва Толстого. Сказать им огромное спасибо за то, что они приняли эту выставку и с такой душой ее организовали. Я очень благодарна и Сергею Александровичу, и Любовь Федоровне, всем сотрудникам музея, потому что каждый вложил кусочек души в этот выставочный проект. Итак, мы видим сегодня совершенно незнакомую нам Анну Каренину. То есть ту, которую мы, наверное, никогда себе и представить не могли. Я очень рада, что вот сейчас мы видим ее в иллюстрациях Александра Алексеева, потому что имя Александра Алексеева, как бы очень известное во всем мире, в Европе, в Америке и везде, только последние годы стало появляться в России. И мы вот как бы можем сейчас увидеть то, чего еще до нас никто не видел. Сам Алексеев говорил о том, что вот настоящее искусство — это только то искусство, которое делает нам открытие. Вот так открытие Таити. Вот выражение «открытие Таити» не мое, это сказал Алексеев. Вот я думаю, что мы сегодня все так немножко для себя откроем Таити, мы откроем для себя Анну Каренину Александра Алексеева. Я думаю, что вот эти работы, их нужно смотреть очень много раз. Эти вещи, которые реально помогают нам, может быть, по-другому взглянуть на роман. Я вообще считаю, что после такой выставки нужно вернуться к классике, вернуться к роману Льва Толстого и перечитать его. И вы найдете для себя много нового и интересного. Вот. Я еще раз благодарю музей и хочу всем пожелать получить удовольствие от этой выставки.